С нового учебного года в инженерном лицее 102 в Заволжье открыли инженерные классы авиастроительного и естественно-научного профилей. Будущих технарей и медиков начали готовить сразу в трех классах – в 5, 6 и 10. И для учеников разработали углубленную модель обучения по базовым естественно-научным и техническим дисциплинам и дополнительным общеразвивающим программам. Что касается авиастроительного профиля, то в расписание ребят внесли дополнительные часы математики, физики и информатики, добавили новые предметы – авиамоделирование и инженерную графику конструирования, а также внеурочные занятия в кабинете робототехники и аэроквантуме. Представители КБ Туполева будут приходить к нам на внеклассные занятия, на внеурочные занятия. И также в рамках профориентационной работы будут показывать, как работает инженер-конструктор. Плюс с «Авиастаром» мы сотрудничаем уже с прошлого года, то есть они приходят к нам, рассказывают детям о тех специальностях, которые востребованы на «Авиастаре», приглашают нас на экскурсии, которые мы с удовольствием посещаем. Сейчас специалисты технического профиля не просто необходимы, но и как никогда востребованы. Преимуществом для ребят, которые со школьной парты начнут изучать авиастроение, станет приоритет при поступлении на целевое обучение в профильные инженерные вузы региона УЛГУ и УЛГТУ. По завершении обучения у специалистов будет возможность трудоустроиться в организации авиастроительного профиля региона. На сегодня авиационный завод развивается. Мы меняем внутренние процессы, мы улучшаем внутренние процессы. И мы набираем дополнительно большое количество людей. Но, естественно, самое правильное – это заниматься работой, что называется, в долгую, и подготавливать ребят уже начиная со школы. Дополнительной мотивацией учиться для школьников является первоклассное оснащение лицея. Лаборатория, аудитория укомплектованы всем необходимым оборудованием для получения современных знаний. Вот нам ввели новый предмет – инженерная графика. Там мы чертим сначала на бумаге, а потом это все перестраиваем в компьютер, то есть графика на компьютере. И это очень визуально помогает понять именно саму суть. То есть законы пишутся на бумаге, а здесь мы их видим глазами. То есть это очень здорово. И вот сравнивая со своей старой школой, могу сказать, что здесь очень здорово в плане того, что действительно это все можно узнать, увидеть. Сейчас прорабатываются вопросы поставки дополнительного оборудования, чтобы дети могли еще глубже погрузиться в мир авиастроения. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.